Мамочка, родная, я жив и здоров. Пули и осколки летят мимо. Даже царапины нет. У нас теперь затишье. Отсыпаюсь. Только одна неприятность. Ложку где-то потерял. Ой, ты мой хороший. Мамочка, родная, я жив и здоров. Пули и осколки летят мимо. Жив и здоров. Жив-здоров, жив-здоров. Дорогой Васенька, посылаю тебе материнское благословение. Пусть минет тебя вражеская пуля. А я живу хорошо. И все жду и жду, когда ты домой вернешься. Это что такое? Письмо. А ложка при чем? Сыну на фронт, потерял свою. Теточка, таких писем не бывает. Не имеем мы права принимать такие отправления. Почему? Не по форме. Люди свои должны пропустить. Не пропустят. А может и пропустят. Я говорю, не пропустят. А может и пропустят. А вы попробуйте. Ну попробуйте. Нельзя. А может и пропустят. Хочешь меня уволить? Ну люди же свои. Тьфу ты, Господи! Что же это глупости такие творишь? Зачем ложку пропустил?
Не кипятись, Иванов. Ложка для бойца как винтовка. Без котелка обойтись можно. Соседу пристроиться. А без ложки труба. Хм. От матери Катерины Шестопаловой. Да, я слушаю. Это не вы понимаете, это... Да, пропустила. А я вам говорю, что это не... Материнское сердце не знает инструкций. И почтовики поймут. Ведь наши люди. И у каждого на фронте родной или близкий. Я понимаю. Мать, сын на войне и все такое. Но это не означает, что в таких случаях инструкции аннулируются. В порядке исключения, Иван Андреевич. Законы и инструкции не отменяются. Если допустить один случай, то завтра прицепят вам тарелку, а потом и кастрюльку. Нельзя вносить дезорганизацию в такое важное дело, как связь. Вы правы. Еще попадете под трибунал из-за какой-то ложки. Так что лучше избавьтесь от нее. Пожалуй, это компетенция военной цензуры. Ей и решать, пропустить ложку на фронт или нет. С этим письмом посылаю тебе, сынок, ложку. Твою любимую с дырочкой. Василию Шестопалову. Полевая почта 43608. Катюша, срочная корреспонденция есть? Есть! Такого крутаса я еще не видел. Эй, смотри, не потеряй! Уж доставлю, будь покойный. Здорово, кухня! Здорово, связной! Аккурат к обеду успеваю. Кормежка была? Не было. Ждем, не дождемся. Значит, успел. О, ну, Шестопалов, пляши.
Рота, к бою! Великая Отечественная война победоносно завершена! Германия полностью разгромлена!